Первая персональная выставка Елены Сазанчук не случайно открылась зимой. Глядя на эти картины, забываешь о холоде и серых красках за окном. Работы Елены Анатольевны переносят наблюдателя в реальный, но такой спокойный и безмятежный мир, где на первом плане величие окружающей нас природы. Живопись. Мне всегда нравились художники. Мне всегда, я смотрела на них, как на каких-то волшебников, которые могли посредством красок передать эмоции, настроение, природу. Ну и вот решила, что если кто-то может это сделать, почему бы не попробовать мне? И попробовала однажды. Взяла в руки кисть, краски. Мне понравилось. И вот так занятие такое, можно сказать, моментное. Стало моим любимым делом, стало моим хобби. Работ, вдохновленных натурой, в коллекции художницы мало. Обычно Елене Анатольевне попадаются фотографии в интернете, которые, как говорится, цепляют взгляд и трогают душу. Есть картины, созданные по мотивам рассказов и историй из той же всемирной паутины, а некоторые полотна – плод богатой фантазии и творческого воображения. Прочувствовать эту, где-то даже волшебную атмосферу, может каждый. Выставку Елены Сазанчук в художественной галерее «Очарованный родным краем» будет работать до середины января следующего года. Сама галерея находится в Центральной библиотеке имени Пушкина. Екатерина Горбачева, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».